Мы потеряли почти все запасы горючего. Поэтому мы начинаем рискованную операцию ради нашего флота. Мобильная пехота устроила рейд по заброшенным укреплениям в тылу жуков, чтобы отвлечь их внимание от складов. Это будет точечный заход на последнее укрепление под нашим контролем. Жуки быстро сообразят, что Федерация снова вернулась домой. Мне нужны лучшие люди. Мы должны удерживать местность достаточно долго, чтобы корабли спустились, взяли горючее и ушли. Доброго времени суток, дорогие друзья. С вами снова Ви, и мы с вами продолжаем играть в кружку под названием «Звездный десант». Фух, на очереди у нас, если я правильно... Так, секундочку. Раз, два, три, четыре. На очереди пятая миссия, если я правильно помню. Форт. Давайте начнем. Приближаемся к башне. Похоже, у них все под контролем. Надеюсь, они продержатся до тех пор, пока не закончится заправка. У флота на исходе топливо. Это последняя башня, где еще осталось горючее. Защищай ее, пока не заправятся все наши танкеры. Это будет непросто. Ты в тылу врага. Жди нападения со всех сторон. Пехота занимает блокпосты на подступах к башне. Проверить готовность в первом секторе. Найди лейтенанта и узнай, какая помощь ему требуется. То есть, считай, у нас арсенал какой? Марк 4 с гранатами. Марк 2 дробовик, Марк 2 гранаты и дробовик. Печально. Так, судя по всему, нам придется это использовать. А, он летел уже один раз. Окей. Спускаемся тогда. Да, у нас тут единственный путь. Зато мы можем использовать вот эти вот херовины, которые дурели. Ладно, спускаемся. Сколько мародеров нужно, чтобы поменять лампочку? Два. Один, чтобы вернуть лампочку, а еще один, чтобы перебить всех, кто находится в комнате. Смешно. А, вот кто это был. Хайль. Рейд спускается на нижний уровень. Ёперный карась, какие здесь расстояния-то. Так, ну давайте-ка обойдем, может тут что-то интересное есть. В виде патрона. А, да, у меня же фонарик есть, точно забыл постоянно. Окей. Ой, что-то не нравится мне то, что мы так глубоко под землей. Ой, не нравится все это. А, мы не глубоко под землей. Окей. Хайль, господа. Так, мне жаль, здесь потрошки. Мужика, который осмелится связаться с вами, парни. Здесь у нас панелька. И считай все, что ли? Нам ничего не дают? Походу нам ничего и не дают. Жаль, жаль. Так, ладненько, идем дальше. А. Вопрос нахера? На... Так, фул патроны, фул это... Нам надо просто встать... А, грызущиеся друг с другом за кусок нашего мяса. Если нам суждено умереть сегодня, парни, захватите с собой по паре тройки жуков! Понеслась! Что происходит? Я их не вижу. Там! Фаэтоны! Они снимают мины! Открыть огонь! Как в тире! Это летающие разведчики! Они пойдут в скорость!
Куда пошли? Ну-ка назад, назад, падла, сдохни. Покажи солдатам, как это делается, мародер. А, удерживать позиции. Ёб твою мать, сколько их тут, конечно. О, да, детка. Хоть сюда, падла. А хули эти-то не стреляют, мудаки? Э, алло. Кто стрелять будет вообще? Или я один такой умный? Гранату. Так. Вроде пока хоро... Нихера не хорошо. Эти сраные гранаты вообще взрываются! Э! Алло! Ты смотри, без потерь! По-моему. Или одного загасили... Одного загасили... Двоих загасили. Ты чё, издеваешься что ли? Это Сектор 2. Нам требуется помощь. Наш механик... слегка заблудился. Высоковольтные ограждения в обоих секторах вышли из строя. Нам прислали механика, чтобы их починить. Ты найдешь его во втором секторе. Ума не приложу, как они могли допустить такую ошибку. Как? Сказать как? Ага. Второй сектор у нас сюда. Окей. Хайль, путь. Пустили меня. Ой, чувствую, в этом проходе будет жопка небольшая. Ой, я ее предчувствую. Засранец. Нам до него не добраться. Чёртова пилот сбилась с курса, и теперь механик со взводом охраны застрял за периметром вместе с целой армией жуков. Пробейся через жуков и приведи нам механика. Он единственный, кто может починить ограждение. Охуенно устроились, не? Ну эти хотя бы не бесполезные твари. Так, пожалуй, баллоны я трогать не буду, они мне пригодятся. О, ракетница. Здравствуй. Да, правда, всего лишь полтинник ракет. Ну ладно, это уже хорошо. Ага, подстволка. И гранаты. Ну, возьмем. Пригодятся. Ёб твою мать! 5, 4, 3, 2. Недолёт. 5, 4. Ты чё, самый умный, что ли? 5, 4. 5, 4. Мародер, повсюду жуки! Расчистите нам дорогу! Ладно. Не докинул гранаты, пойдем вручную.
Но сквозь текстуру они проходят, это нормально. Нормально. А теперь бежим спиной вперед и прикрываем их. Хорошо, что это простые воины, а не тигры. Ну-ка, гранатку туда. Пиздите меньше, стреляйте больше, долбоёбы! Господи, что за тупые люди! Как, блять, он прошел туда, алло! Чтобы он выжил, без него мы обречены. Ёбаный в рот, вы издеваетесь, что ли? Ой, тигр пришел, привет. Да сдохни уже. Нельзя было прислать пару механиков. Пару-тройку механиков лишних. Нельзя было. Почему, блядь, всего один механик? Всегда. Что во второй миссии, что в этой? Какого хуя? Пять. Четыре. Разорванное соединение. Сдохни. Так, пока они на меня не лезут, я не буду их трогать. Подойдут близко к моему механику, я его, их всех урою нахер. Куда попёр? Ты куда? Блять! Уйди отсюда. Последний. Не бросайте. Шевели жопой или жукам оставлю. Чем жопой и руками, гнида. Шевелись, блядь! Механика, мародер! Куда? Куда нахуй? Ёбаный! Пиздец, блядь! Слегка потрепало. Дай-ка я тебя подлатаю. Спасибо, доктор. У вас нет того, чья страна. Лондо, пора проверить ограждение в первом секторе. Я за боеприпасами. Все, я ухожу, идите нахуй. Сопроводи механика в сектор один. Здесь мне больше ничего не надо. Значит, забираем и валим за механиками. Алло. Что-то я жопой чувствую, что здесь будут проблемы у нас. Мародер, в тоннеле полчища утесников. Уничтожь их и доставь механика в первый сектор. А, это десантник! Твою мать! Я-то думал, это жучило, который тревогу поднимает. Откуда они здесь нарисовались, а? Вот откуда? Их тут не было. Вон там еще один сидит, вижу.
Сердце. Ё-моё, это наша территория. Какого хуя они тут возникли вообще? Откуда они тут возникли? Алло! Иди отсюда нахуй! Сраный скрип. Как, блин? Следуй за механиком к ограждению. Ты его единственная защита от жуков. Шевелись, мать твою! Куда-нибудь под... А, теперь я понял, нахера вот этот тоннель нужен. Это когда ограждение активно, это чтобы люди не жарились на нем. Ты какого... Да что вы, ссаные вы скауты? Или как вас там? Прыгуны. Вот центральные две, это вообще жопа. Да ёб твою мать. Издеваешься надо мной? Вы серьезно сейчас? Где инженер этот ссаный? Окей. Допустим. Тоже неплохой способ. Я пытаюсь спасти наши шкуры. Так шевели жопой и руками быстрее, если хочешь спасти свою шкуру. Все готово. Я активирую интернет. Не бросайте меня. Шевелись, блядь. Но что там мне жопа моя подсказывает, что это не все. Похоже, флот хочет разбить нашу славную команду. Меня посылают чинить. Похоже, на заправочной палубе возникла проблема. Заправщики бегут в укрытие. Нужно обеспечить зеленый коридор для наших танкеров. Это огневики. Они подожгут танкеры, подлетающие к башне. Мародер, подрежем крылья немедленно. Ну, допустим. Хотя, кстати, можно было через вот эту вот турель как раз это и делать. Защищать того мудака. Или эта херня не работает? Какого хрена они? Что, блядь, происходит? Я ж попадаю. Окей, допустим. Видимо, я не попадал. Или они неуязвимы к этому. Да, что бы я сделал? Может так? Нет, не действует. Осталось двое вроде бы. Да что ж такие юрки-то, бляди. Отлично! Воздушное пространство очищено. Спускайся вниз.
В секторе 1 требуется твоя помощь. Большое спасибо. Возобновляем операцию по дозаправке. Спускайся вниз? То есть надо было забраться наверх и оттуда расстреливать огневиков? Ёб твою мать. Сразу не забыл. Где было бы? Внутри периметра безопасности обнаружен брак. Аварий. Вы, блядь, кто? Высоковольтное заграждение вышло из строя. Запущена система автозащиты. Принимаем меры к устранению. Черт! Энергоснабжение вышло из строя. Высоковольтное ограждение отключилось. Жуки прорвали периметр. Осторожнее! Эта чертова система безопасности начинает заполнять территорию взрывоопасным газом. Это, блядь, что за мелочь? А какая у меня цель-то? Алло! Инженера этого гребаного защищать? Или что? Двери потребуется больше времени, чем я предполагал. Оставайся у входа. Угадал. Стоим, защищаемся. Пока передышка небольшая, перезарядимся. Ты что, не убивай, может ли? Ясно, понял, Ювар. Не надо было туда лезть. Двери работают. Скорее внутрь. Мы потеряли сектор 1. Направляйся ко второму сектору и постарайся сдержать их наступление. Вы охуели? А, у меня снайперка то ли была, то ли нет. Осталось три танкера. Постарайся выиграть для нас время. Нам необходимо это топливо, мародер. От кого-то отбиваться? От огневиков, что ли? А, ну вот, тигр тут пришел. Они не убивают. А, вот, все убивают. Танкер заходит на посадку. Ага. От тигров надо избавляться. Они там могут. Мы взлетели. О, бляха! Парни, на вас движется пара здоровенных жуков. Да мне и сейчас, знаете ли, как-то не... некомфортно, блядь.
Да сдохните вы, огневики, вы сами. А, бля. Так, 15... Ёб твою. Ой, ёб. Танкер заходит на посадку. Приготовьтесь. Я их не вижу. Еще одна заправка, и ёбаный можно радоваться. Какая-то, блядь, пришла. Мини-танкеры, что ли? Ага. Да ёб твою. Иногда заедает мышку. Танкеры заходят на посадку. Блядь, живее! Заполнены. Флот благодарит вас, парни. Благодарит, блядь. А теперь спасите меня, нахуй! Мародер, плохие вести. Флот не может позволить себе рисковать катером ради небольшой группы людей. Дело флота летать, а пехоты погибать. Ты там охуел, что ли? Я ж, блядь, вернусь, я тебе пизды вставлю. Мародера не видели? Я его где-то здесь позабыла. Давай наверх. Вот теперь я ей обязан. А не то, что, блин, в предыдущей миссии. Когда меня просто взяли, выкинули и все. А я ей обязан почему-то. Вот сейчас я ей реально обязан. Благодари эту храбрую девушку, мародер. Вы оба молодцы. Вот теперь я обязан действительно. Там, где ты появляешься, все начинает гореть. А я что ли виноват в том, что горит все? Чудо. Ты отлично сражался, парень. Ты сумел это сделать. У флота полно горючего, и он готов к новому удару. А тебе и твоему чокнутому пилоту надо пойти и хорошенько оттянуться. Глаз, блять. Ладненько. Всем спасибо за внимание. Всем пока, всем удачи. Ссылочка на группу в описании. И до встречи с вами в следующей серии.